Здравствуйте! Приближаются одни из самых долгожданных выходных. По традиции 7 ноября в Самаре проходит патриотическая акция «Парад памяти». Десятки парадных расчетов маршируют по самой большой площади Европы. В этом году из-за эпидемиологической ситуации парад решили не проводить. Но это не означает, что дата станет менее насыщенной. Запланировано много мероприятий. Каких? Расскажем в нашем обзоре прямо сейчас. В эти выходные историческое событие для города на Средней Волге. В Самаре вручат мемориальную доску во знаменование Парада Победы 1945 года. На площади Куйбышева состоится телемост с Москвой. На прямой связи будет Красная площадь. Самарцы увидят балетный дивертисмент, мировую премьеру балета, фортепианный концерт, а также балет «Ленинградская симфония» на музыку 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, первое исполнение которой состоялось 5 марта 1942-го в Куйбышеве. Возвращением Ленинградской симфонии на самарскую сцену руководит балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков 7 и 8 ноября в Самарском театре оперы и балета. История запасной столицы, военного парада 41 года и итоги реализации международного патриотического проекта «Парад памяти» за последние десятилетия представлены самарцам и гостям города на самой большой площади в Европе. Выставка словно машина времени, например, можно написать письмо на фронт своему родственнику, а можно и по-современному, сделать селфи, но в шапке-ушанке и даже с пулеметом. Концерт, посвященный Дню народного единства, приготовили сегодня во Дворце культуры «Победа». Перед зрителями выступят самарские творческие коллективы. Еврейский музей и Центр толерантности представляет в Самаре выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вниманию зрителей представлены 50 ранее не публиковавшихся кадров Берлина весны-лета 1945-го. Посмотреть работы можно в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». На этом все. Всего вам доброго. До встречи.